про некоторых людей говорят, что медведь им на ухо, ну, потоптался на ухо. Это про кого так говорят? Кого нет слуха. Ну, вот когда, вот, возьмем, например, хор. И человек, он не может взять тональность правильно. Вот, и поет... Мимо кассы, говорят взрослые, да? Ну да. Красное я далеко, не будь ко мне жестоко, не будь ко мне жестоко, жестоко, не будь. Есть слух? Если помедленнее петь, то да. Ну, есть что-то такое хорошее, ну, нормально. Про некоторых людей говорят, вот ему медведь на ухо наступил. Про кого так говорят? Тому, кому медведь на ухо наступил. Логично. Медведь на ухо наступил, говорят про одних людей. Про каких? Про тех людей, которые плохо слышат. Считается, что медведь очень большой такой. Если он на ух наступил, то он его отдавил, и человеку никогда уже нельзя будет слышать. Я слышал, что медведь на ухо наступил, это тем, кто плохо поет. Вообще не дурон. Это тоже одна из версий. Вот про некоторых людей говорят, да, ему медведь на ухо наступил. Может, это те, у кого большие ухи. Не знаю. Ну, те, кто петь не умеет. Любит петь, но не умеет. Ты умеешь петь? Да. Тебе медведь? Нет? Все с ушами нормально? Да. Про некоторых людей говорят, им медведь на ухо наступил. Про кого так говорят? Ну, про тех людей, которые недослышивают. Ты слышишь? Все? Ну, давай сейчас с тобой эксперимент. 46. 33. На самом-то деле, медведь на ухо наступил, так говорят про тех людей, кто поет не в лад и не в попад, вот мимо нот вообще, кто петь не умеет, но очень любит.